Катюшка Фетисова. Все тренируются. Наши девчонки идут после хореографии. Доброе утро! Старший после тренировки, не обращайте внимания. Тут сейчас я хочу небольшую экскурсию провести. Большой буфет. И там дальше. Такие туалеты. Очень оригинальные. В русском стиле, знаешь. Вокруг дворца вот такие красивые логотипы. Конференц-зал, в котором проходит абсолютно какая-то посторонняя. Это не связано с художественной в гостиницу, и мое самое любимое место — это вот эта картина, которая со стразами украшенная, просто очень красиво. Поднимается настроение, когда проходишь мимо этого произведения искусства Ирины Александровны. Шикарно. И наш коридор с цитатами, очень полезными для гимнастики. Тренеров. Тоже, наверное, от Ирины Александровны. Мы однажды вам покажем один день из жизни отдыхающего. Мы на самом деле не отдыхаем, мы пашем каждый день по 8-9 часов в зале. Поэтому я сделала кавычки. Но мы не забываем о том, что дышать, потому что, честно говоря, в этом дворце созданы такие условия, что выходить оттуда даже и не нужно. Только работать. Мы на прогулке. Мы гуляем вокруг дворца. Вокруг дворца. В общем, как вам показать? Вот так. Вот. Шикарный вид. Чтобы хоть как-то продышаться.